спасатели, и в этом наша жизнь. Да, мы спасатели, доверься и держись. Что делать, если в доме случилось ЧП? Как пользоваться огнетушителем и для чего нужен пожарный извещатель? В рамках единого дня безопасности Бобруйский горрайотдел Министерства по чрезвычайным ситуациям провел день открытых дверей. На мероприятие были приглашены школьники, студенты и взрослые. Кульминационным моментом стал турнир по мини-футболу. В мини-чемпионате приняли участие три команды – сборная спасателей, администрация Первомайского района и молодежь, которая живет на Западном. Турнир прошел по круговой системе и в упорной борьбе. При обилии опасных и голевых моментов победу одержали хозяева поля – бобруйские спасатели. На второй строчке расположились первомайцы, третью ступень застолбили за собой молодые люди. МЧС всегда культивирует за здоровый образ жизни. Сегодня у нас, благо, есть на то условия для того, чтобы проводить такие встречи. Прекрасная футбольная поляна, поэтому двери всегда для нас открыты. В любом случае побеждает дружба, побеждает здоровый образ жизни. Ну, а уже забитые мячи, наверное, не будут иметь значения, потому что все получат положительные эмоции и заряд будут. На следующий день всех желающих пригласили на тематическую площадку возле областного драмтеатра. Здесь для мальчишек и девчонок подготовили показательные выступления команды по воркауту. Это, конечно же, профилактика, пропаганда, но не только основа безопасности жизнедеятельности, но и в том числе службы МЧС. То есть здесь можно и примерить и одежду, да, пожарных спасателей, боевую одежду спасателей, посидеть в пожарном автомобиле, посмотреть на вооружение, попробовать свои силы. Возможно, кто-то в будущем захочет связать свою жизнь с службой спасения. На празднике можно было и спеть, и потанцевать. Для гостей мероприятия выступил фаербенд. Единый день безопасности – это ежегодное мероприятие, которое стало хорошей традицией. Ведь в его рамках людям любого возраста рассказывают, а самое главное – показывают, как вести себя в различных ситуациях и сохранить жизнь не только себе, но и окружающим людям. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов и Максим Галионко, Бобруйск 360.